Здравствуйте, в эфире «Миссия успеха». Все познается в сравнении, и способов познать прекрасное немало. Добавился еще один – лучшее от лучших за 7,5 недель. Не просто конкурс, а новая форма общения между консьюмером и негациантом. Развлекательный комплекс «Остров сокровищ» предоставил возможность новосибирским бутикам выгодно отличиться и представить свою индивидуальность на суд почтенной публики. «Миссия успеха» – эксклюзивный информационный партнер проекта. С нами вы можете проследить все этапы этого удивительного приключения. С открытием, Юрий Тойва. Праздничным вечером, как и всегда, гостей встречали. День был хоть и пятницей, но выходным, потому гости приходили в приподнятом настроении. Событие неординарное стартовало сегодня здесь. 7,5 недель моды и развлечений открыл вечер салона швейцарских часов и аксессуаров. Приглашенные разместились за персональными столиками и стали свидетелями необычного действа. Можно вас попросить к нам вот сюда выйти для того, чтобы получить первый приз сегодняшнего вечера. Поздравляем и аплодисменты заслуженные. Дефиле плавно сменялись конкурсами. Любопытные факты часового искусства открывались один за другим. Многие деловые люди оказались хорошо осведомлены о тонкостях истории мерила времени и были вознаграждены. Есть у нас правильный ответ, есть у нас... Клиент, который, в общем-то, тоже медали своеобразные собирает. Поздравляем вам тоже сертификат на Островского, если можно фотографию на память, съемку на память, ну, в общем. Мне очень радостно, что наконец-то в нашем городе, Новосибирске, появился салон, который представил такие красивые модели, которые могут украсить ручки самых красивых дам и руки самых отважных и прекрасных мужчин города Новосибирска. Наконец-то. Изысканная публика могла не только увидеть лучшие образцы швейцарских часов, но и выразить свое мнение. Именно таким образом выбирали марку вечера. Вы в восторге от первой марки, от Омеги, насколько я понимаю, да? Так, есть первый голос за Омегу. У нас практически выборы президента сейчас проходят. Вы что скажете? Орис, самые лучшие часы. Вы за Орис? Чугабана. Дочь Габана. Каждая марка допокорила чье-нибудь сердце, но более других присутствующим приглянулись часы, зарекомендовавшие себя как самые твердые в мире – Радо. Кроме часов, гостей порадовал показ модных итальянских украшений. Кульминацией вечера стал розыгрыш главного приза – пары часов Dolce & Gabbana. Заветный конверт искали весьма необычно. Все подарки. Да! Обнаружился сертификат! Можно вас попросить выйти к нам, предъявить этот сертификат. Ну и, собственно, получить часы. Видите, как удачно занял приз. Как вас зовут? Очень приятно, меня практически так же. Сами открывайте. Итак, вот здесь это и написано. Поздравляем, вы выиграли часы Dolce & Gabbana. На самом деле, очень интересное мероприятие, как бы сказать, новая форма взаимоотношений в нашем обществе. Я приветствую такого рода шаги. Интересной креативной подачи именно дорогих часов среди определенной целевой аудитории, которая понимает толк в часах. Вот преподношение, само вот розыгрыш, показ и так далее, ну, достойно. По крайней мере, это было необычно для Новосибирска. Почему? Потому что мы еще не привыкли к таким вот промоушенам, шоу-показам. Я считаю, что праздник получился. Часовой фонарь. Кто-то того родил, настоящий.
Все лучше лучшим. 7,5 недель, думаю, достаточно для того, чтобы насладиться прекрасным. Ну а мы будем пристально следить за этим грандиозным событием и наверняка выясним, какой же бутик будет достоин называться лучшим в Новосибирске. Салон швейцарских часов «Женева», вокзальная магистраль 5/1, торговый центр «Виндзор».